Добрый день, меня зовут Георгий Гамшиашвили. Я выступаю за команду Saluki Motorsport со штурманом Никитой Абрамовым. Мы оба из России, но я выступаю с эмиратской спортивной лицензией. Никита – российский раллийный пилот, но решил себя попробовать не так давно штурманом. И у него есть, в принципе, опыт уже таких выступлений, но в ралли-рейдах он первый раз едет, хотя уверен, что никаких проблем с этим не будет. Мы выступаем на этой гонке не первый раз, я сам. Я уже ездил здесь в прошлом году, не очень удачно, может быть, сложилась гонка тогда, но надеемся, что в этом году сможем что-то показать получше и хорошо выступить. Техника готова, команда ждет нашего старта сегодня на суперспешале. Гонка интересная, гонка отличная, очень жарко становится, то есть за последнюю неделю погода изменилась, сейчас, наверное, по ощущениям где-то 33-34 градуса, обещают в Ливе, в самой пустыне, когда мы приедем к бивуаку, что будет за 40, ну, так что будем бороться и с жарой тоже. Давайте немножко, может быть, про машину расскажу. Это американская Buggy Predator, построенная несколько лет назад. В принципе, это были достаточно известные полусерийные машины, которые выпускались в Америке. Это и были и спортивные автомобили, и фан-багги. Эти машины очень неплохо выступали в Америке. Одна из них приехала третьей в Абсолюте на одной из крупных американских баг. В свое время, несколько лет назад это было. Что удивительно, потому что это не самые топовые американские машины с точки зрения размеров, величины моторов. Мы ее сильно переделали для того, чтобы она соответствовала техническим требованиям FIA, Международной автомобильной федерации. Багги заднеприводная и заднемоторная. В принципе, наша команда считает, что такие машины как раз идеально подходят для местных условий. Они легче по правилам. Они легче, чем полный привод. У нас гораздо более длинный ход подвески. Практически неограничен. То есть мы можем прыгать где-то мы в дорожной книге просто пропускаем некоторые участки, какие-то кочки, которые полный привод замечает. Тем более Т3 машины, легкие багги. Мы едем по полной. К сожалению, в этом году поменялись техтребования. И вот таким машинам, как моя, был предписан новый рестриктор 32 мм, это ограничило нашу мощность еще больше, так как у нас не самый сильнолитражный мотор. Но что делать? Бывает, как-то будем выступать. Не думаю, что это сильно изменит расклад нашего выступления. Машина готова, поработали мы над машиной. Думаю, что удачно выступим. На этой машине я уже 2 сезона езжу, выступаю в местном чемпионате ралли-рейдовом, Emirates Desert Championship. Неплохая очень серия, обычно из 5 гонок, которые начинаются с октября и вот заканчиваются примерно в феврале-марте перед Desert Challenge, так как уже после этого летом слишком жарко для того, чтобы выступать. Мы на этой машине выступаем, в принципе, очень неплохо, машина позволяет нам ехать. У нас есть и конкуренты, кстати, в заднем приводе есть такие машины, такие похожие машины. В нашей команде не одна. Ну что, думаю, что будет интересная гонка в этом году. Посмотрим, как сложится. Надеюсь, все получится, что задумали.